13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Всем добрый день. Микрофоны сегодня работают Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Дмитрий Русских, экс-депутат ОЗС областного законодательного собрания Кировской области. Дмитрий, добрый день. Добрый день всем слушателям и вам, Светлана. Ты забыла еще добавить 4-5 созыва. Да, ну вот уже я смотрю, что уже и редактору нашему лень писать каких созывов. Да, ничего страшного. Пишет. Между прочим, с этого хотелось бы, наверное, начать, потому что я такой вопрос в голове все время кручу, и люди меня спрашивают, вот действительно Дмитрий Русских уже вроде и не депутат, ни ОЗС, ни Гордумы, ни чиновник. Чего, говорит, к вам ходит на особое мнение? Вот зачем ему все это? Да. Вот вроде уже никаких политических амбиций у человека нет. Партии никакой не представляет, да? Там журналистом не является, еще кем-то. А все высказывается и высказывается. Вот спрашивают люди, зачем тебе это надо, скажи. Ну, Свет, давайте начнем с того, что если вы меня приглашаете, постараюсь... Нет, зачем нам это надо, это я могу объяснить. А тебе зачем это надо? Ну, а мне зачем надо? Ну, потому что, вы, во-первых, меня приглашают, во-вторых, я думаю, что если меня приглашают, то, наверное, всем интересно узнать мою точку зрения, если она кому-то на самом деле интересна. А мне приятно, что мы можем также обсуждать те темы, которые иногда многие не хотят обсуждать, по той причине, что и в Заксобрании многие, когда я был депутатом, не говорили то, что говорил я, да? Или, допустим, не делали те же самые посылы, что делали мы с определенными депутатами, это в отношении и коррупционных скандалов, и неправильного распределения бюджета, и почему мы всегда защищали все-таки кировчан, а не какие-то олигархические структуры, потому что мы считали, что это наша область, наш город, и в первую очередь то, что мы должны делать, это делать во благо именно тех людей, которые тут живут. То в данном случае, ну, свободное радио, я себя считаю свободным человеком, я прихожу и говорю то, что я думаю, и то, что мне кажется, и на самом деле за 10 лет работы в депутатском корпусе я очень многое, что для себя подчеркнул, я многое что узнал, я многое что знаю, я вижу, как и все работает изнутри, непосредственно тем, чем я сегодня занимаюсь, это бизнесом, он в основном, в том числе и происходит на территории Кировской области, и я живу в городе Кирове, и все, что тут происходит, мне не безразлично. То в данном случае то, что сегодня там происходит, вот эта вся такая каша, какой-то винегрет, и совершенно непонятно вообще, что происходит, как многие говорят. Там, в общем, да? В этом надо разобраться. Да, разобраться. Тебе не все равно, и ты знаешь очень много и подводных течений, и надводных течений, и всего. Да, да, ну, да. Давай тогда разбираться. И уже без разницы, на какой ты стороне. Там, да? Ну, и, собственно говоря, все сложнее и сложнее, на самом деле, получается, приглашать депутатов действующей городской думы или ОЗС, потому что все меньше и меньше людей вообще открывают рот, что-то говорят. Говорят, когда они сидят вот на этих местах. Это очевидный факт, и поэтому мы приглашаем тех людей, которые имеют потенциал собственный, которые имеют знания, которые несут экспертную оценку и не боятся это все высказывать в прямом эфире. Большое вам за это спасибо. А у нас, да, прямой эфир, программа «Особое мнение», Дмитрий Русских в этой программе. Но, Дим, вот очевидно, что городская повестка на прошлой неделе побеждала региональную, давай с нее и начнем. Целый батл разгорелся между городом в лице Ильи Шульгина, сити-менеджера, и господином Киселевым. Господин Киселев возглавляет компанию движения «Нефтепродукт». И вроде бы такой повод, он, конечно, всегда вызывает резонанс у наших слушателей и читателей, когда мы говорим о строительстве домов или там, нежилых помещений в центре города, особенно в историческом, и, конечно, когда люди, которые ведут строительство, не получили разрешения на это строительство. Так вот, речь идет о двухэтажном доме, который находится буквально рядом с Трифоновым монастырем. Глава администрации Кирова Илья Шульгин выступает за снос этого частного дома. Владелец земельного участка Сергей Киселев удивляется и говорит о том, что ну, будем решать в суде. 16 мая, кстати, состоится этот уже суд, буквально послезавтра. И обосновывает свою позицию очень активно. На прошлой неделе в бизнес-новостях он буквально серию публикаций выдал, начиная от истории с вот этим строительством и домом, заканчивая социальной нагрузкой, которую несет его предприятие в районах нашей области, потому что обеспечивает госконтракт по бензину. Ну, это все, две разных вещи, куча, вроде да, бы, но они вышли одновременно и вышли как раз после того, как Шульгин заявил, что ай-яй-яй, нельзя строить без разрешения. Так вот, значит, последнее, что я читаю на бизнес-новостях, как Киселев комментирует то, что он делает и строит, во-первых, он сказал, что очень много необходимо получить всяких согласований, и раскопки провести, и зонирование провести. Чиновники это делают все очень медленно и долго. И я думала, что закладываю фундамент, типа все разрешения уже получу. Но
не тут-то было, не успели, как всегда, там это получить. Но тут еще господин Киселев, он говорит о том, что начиная строительство дома, он подписался полностью улицу водопроводную благоустроить. Проектом предусматривается восстановление проезда от улицы Молодой Гвардии до домов 4 и 7 с покрытием дороги асфальтобетоном, организация разворотной площадки на конце улицы. Он строит дом и проводит коммуникации, водопровод, канализацию и газ. С «Газпромом», я цитирую бизнес-новости, мы заключили договор на 4 миллиона рублей о том, что газопровод провожу не только к себе, но и к Трифоновому монастырю. Если все вместе сводить, то земля моя, дом мой, а я его перестраиваю. Ну и так далее. То есть он говорит, что, товарищи, я-то всего строю тут двухэтажный домик, который вроде бы вписывается в общую картину, но еще и вот благоустраиваю. Так может, ну его пусть и строит там себе этот двухэтажный дом. Тем более он действительно такой по цветовой гамме вписывается. А он еще тут и Трифонов монастырь газом обеспечен, построив газопровод. Ну, слушай, Света, вот... На чьей-то стороне? Я на стороне города Кирова всегда там, да? Значит, давай по порядку начнем. Во-первых, наверное, здесь все-таки проблема не является именно в этом домике. Проблема не в доме. Я думаю, что нет. Это такой, мне кажется, повод найден, да, для того, за что-нибудь зацепиться. Потому что мы с вами... Кем найден повод? Ну, я думаю, что есть какой-то конфликт двух сторон. Я не знаю там суть ее. Но город и движение нефтепродуктов. Я думаю, что... Область движения нефтепродуктов. Не забывайте, что Сергей Киселев это все-таки еще депутат ЗАГС Собрания. Да, директор крупнейшей компании, которая периодически говорит, что если ай-яй-яй, то мы уйдем из Кировской области по регистрации. А если налогоплательщик. Да, если вы хотите, чтобы мы не остались, вы, в общем-то, должны делать какие-то определенные шаги. Чтобы остались, да. То это как бы давно идет такой очень спор. Значит, плюс и была история та еще, что при старой администрации правительства Кировской области там сформировались определенные долги за поставки ЧПС нефтепродукта на правительство Кировской области. Область задолжала ЧПС нефтепродукта. Да, они отслуживались в течение 2-3 лет там, в размере 60 миллионов. И постоянно вот эти какие-то вещи, они происходят, к сожалению. То в данном случае, мне кажется, что здесь какая-то другая история. Значит, просто она вылилась именно в такой формат, что мы вот не дадим вам построить этот дом по причине того, что он не соответствует там определенным каким-то стандартам. Но у меня всегда возникает вопрос. На самом деле, последние годы такая есть плохая традиция в городе Кирове, что многие объекты начинаются строиться еще без разрешения. И даже заканчивают свои строительства, и до сих пор не получив разрешения. И таких примеров у нас в городе куча. Это раз. То, конечно, эта традиция очень и неправильная. Мне кажется, что ни один строитель и ни одна организация не может начать полностью строительство какого-то объекта без получения всех необходимых документов. Ну, так существует во всем мире. Ну вот Шульгин это и говорит, собственно говоря. Он сделал такое заявление, показывая, что позиция города сейчас такова, что никаких самостоятельных движений без разрешения со стороны города. Да. То с этой точки зрения тут вроде как бы и понятно. Но сразу возникает вопрос. А вот ты сейчас зачитала там определенный материал, где написано, что Сергей Киселев сказал, что он с кем-то договорился, он подписался под ремонт улицы водопроводной и там проведение газа. Вопрос, а с кем он подписался? То в данном случае он точно не подписался с жителями там, того микрорайона с населением, да, которое сказало, слушай, Сереж, мы тебе разрешаем строить, ты что хочешь делать, ты нам сделай дорогу и проведи еще в Трифоновый монастырь газ. То понятно, что все эти договоренности, они существовали или на бумажно, или на словах между той же администрацией города Кирова. Той же или другой? Ну, какая разница? Здание-то одно и то же, и полномочия все одни и те же. Ну, какая разница? Ну, это важно. Предыдущая администрация... Хорошо. Значит, если мы там должны поглубже зайти, то, наверное, все эти договоренности по выделению земли, по началу строительства и тот пакет, который сегодня озвучил Сергей Киселев о том, что он должен сделать за то, что ему там дали возможность построить маленький двухэтажный домик для себя, любимого, то в этом формате есть какие-то подписанные бумаги, может быть, с той администрации, которую возглавлял еще Александр Викторович Перескоков, или там еще раньше, я не знаю, там Драны, или кто-то. Если бы бумаги были, они бы, наверное, здесь были эти документы озвучены, мы пока не видим. Ну да, пока это все слова, что я вот обещал, это у нас тоже многие товарищи обещали подземный переход сделать при строительстве торгового центра на площади Привокзальной, да, но никто не видел этот переход до сих пор. Хотя Владимир Васильевич Быков, тогда известный глава города, который очень много полезного, в кавычках, сделал для нашего города, кричал на каждом углу, что это хорошие и ответственные предприниматели, которые построят за
свои деньги и переход, лишь бы им только дали возможность построить торговый центр. Все это как бы слышно, и на самом деле ничего не происходит. То здесь, конечно, идет такая информационная атака с обоих сторон, там проверяет на прочность. Я думаю, что здесь такая атака со стороны городской администрации о том, что мы снесем. Понятно, что никто ничего не снесет, потому что... Атака вообще с какими целями? С одной стороны, ты говоришь... Сесть за стол переговоров и о чем-то договориться. Я не думаю, что все заключается в процессе переговоров именно в этом двухэтажном домике, который хочет построить Сергей Киселев. Значит, там какая-то, и я в самом начале сказал, более глубокая история. Она касается, я думаю, что и взаимоотношений с правительством Кировской области, и взаимодействием и с городской администрацией. Чем дело кончится, как ты думаешь? Ну, как обычно, все люди уважаемые, все люди известные. Значит, у нас практики еще не было, чтобы какой-то объект в городе Кирове сносился. Значит, если подходить к этому очень жестко, то всю улицу водопроводную, все новострои можно сносить смело вокруг храма. Там очень много то, что не соответствует сегодня исторической части города. Но понятно, что никто это ничего не сносит. И в данной ситуации, я думаю, что проблема, она разрешится сама собой. Как разрешится, скажи? Договорятся. Ну, как обычно. Если бы это касалось определенного обычного кировчанина, могла бы история быть любой. Но так как мы понимаем, что сегодня это крупная компания, депутат ЗАГС собрания, всеми уважаемый человек, и понятно, что никакой конфликтной ситуации или там какого-то сноса и военных действий не будет. Я думаю, что все будет мирно договориться, и все будет очень спокойно, и дом будет строиться, и проблемы все будут решены. Надеюсь, и водопроводная улица будет за счет останется в регионе, вот ты говоришь. Но тогда было бы со стороны депутата ЗАГС собрания непатриотично покидать, быть в части именно депутатского корпуса законодательного собрания Кировской области. Тогда надо уйти из региона, уйти из ЗАГС собрания? Ну, я считаю, что если человек принимает такое кардинальное решение, то в данном случае, наверное, в ЗАГС собрании очень сложно находиться. Прервемся на полминуты, это программа «Особое мнение», и его сегодня высказывает Дмитрий Русских. Да, действительно, программа «Особое мнение» продолжается в нашем эфире. Свое особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Русских. Микрофон работает Светлана Занько. Ну, еще про благоустройство, еще про город. Раз уж я тут заявила, что городская повестка пока побеждает региональную. Владимир Журавлев, депутат городской думы, в эфире нашей радиостанции заявил, что городская администрация и дума, и я цитирую здесь, готовят ряд мер, чтобы, возможно, даже вернуть землю у Парка Победы. Конец цитаты, проданную предыдущей администрации. Меры эти он не озвучивает им, чтобы не предупредить людей, а здесь опять я цитирую, против которых это сыграет, говорит Владимир Вениаминович. Тебе об этом что-то известно, и стоит ли серьезно относиться к этим заявлениям? Ну, вернуть Парк Победы, как говорит Владимир, я, честно говоря, не очень понимаю, в каком формате. Во-первых, против каких людей? Я так понимаю, что вернуть землю, проданную у Парка Победы, да, которая сейчас... Она уже не продана, но она уже администрация перепродана. Господину Миронову. Да, это Кировспецмонтаж. Кировспецмонтаж. Значит, вернуть ее в муниципальную собственность. Ну, я думаю, что это очень сложная история по одной простой причине, так как Кировспецмонтаж является законопослушным покупателем, да, в этой среде. Единственное, что можно в этом случае сделать, это не разрешить Кировспецмонтажу застроить там жилую застройку. При всем при этом, я хочу сказать, что здесь очень странная вообще на самом деле история. Очень много говорят о том, что с этим Парком Победы происходит совершенно безумная какая-то история, когда уже есть все факты, что городской администрации нанесен колоссальный ущерб, потому что площадка продана близким друзьям бывшего главы города господина Быкова, значит, за 362 тысячи рублей, и она в течение этого года, в 17 года была перепродана строительной компанией Кировспецмонтаж, как говорят, ну, это все по слухам, в пределах 150-180 миллионов рублей. Да? Суммы совершенно несопоставимые. Ущерб громаднейший. При всем при этом... То есть эти деньги могли бы уйти в муниципалитет, если бы муниципалитет решил продать землю под застройку? Я думаю, что эта тема не должна была обсуждаться, потому что все-таки это территория Парка Победы, кто бы это что ни говорил, потому что все документы есть и 62-го, и 70-го года. Лучше, если мы говорим о финансовом... Если о финансовой ситуации мы говорим, то если уже так приспичило и так прижало городскую администрацию, она приняла бы такое, на мой взгляд, не... правильное решение о продаже земли, она могла бы продать этот участок земли в пределах 180-200 миллионов рублей, и городская казна пополнилась бы за счет. Пока пополнилась казна близких друзей Владимира
Быкова, в том числе, я думаю, что и его казна тоже прибавилась, то тут есть уже история, которая длится на протяжении большого периода времени, если мне память не изменяет, по-моему, с 2014 года, там, да, и никуда она так и не вытекает и никуда не пересходит. Для того, чтобы вообще пошел процесс разбора этой ситуации, нужно сделать очень простой шаг, который мы уже говорили полгода назад, когда пришел точно так же и громко заявил Илья Шульгин, что Парк Победы будем разбираться, и мы его вернем. Это было ровно полгода назад, когда он сказал, нужно было написать обычное заявление от администрации города и подписать господином Шульгиным о том, что городу нанесен ущерб и совершена коррупционная сделка, которая понесла такие-то проблемы. Не на это ли намекает Владимир Жиналов? А если Владимир... Почему он не говорит в открытую, что происходит? Ну, я не странная знаю. Формулировка. Мы не говорим всего, чтобы не предупредить людей, против все... которых готовить. А то мы всех людей, Света, мы всех этих людей знаем, да, поименно, пофамильно, все их действия, все их движения. Мы всех этих людей знаем, и я думаю, что и силовые структуры всех этих людей знают поименно. Но, по крайней мере, пока ничего не происходит. Если все-таки такая бумага появится, и городская администрация ее подпишет, то здесь пойдет, конечно, обратный отчет, и в данном случае мы будем надеяться, что те люди, которые как бы замешаны в этой коррупционной сделке, а у меня не вызывает сомнений, что она коррупционная, потому что как это можно продать за 360 тысяч рублей там, да, часть Парка Победы, и потом ее перепродать за 180 миллионов, то тогда будет именно формат развития событий, касающий именно принятия решения в администрации города, продажи определенной компании и так далее. Тут вопрос Кировспецмонтажа, он уходит на дальний план. Да, вопрос, как дальше разбираться будут с Кировспецмонтажом, так как они, допустим, предлагают взять и поменять этот им участок земли на другой участок земли. На это они уже согласны. Значит, насколько я понимаю, что в мае месяце на городской думе хотят принять изменения по земельному назначению этого участка. История тоже очень уникальна, и в ней тоже должны разбираться силовые структуры, потому что как это социально-спортивную территорию Парка Победы как-то неожиданно перевели под жилую застройку. На самом деле таких решений на городской думе не принималось. Или они принимались совершенно в закрытом пространстве. То тут очень много, потому что от этого очень сильно зависела стоимость этого участка. Одно время, когда, одно дело, когда близкие друзья главы города бывшего, продавали бы участок, где разрешено только спортивное сооружение, это одна цена. Значит, а совершенно другая сторона, цена участка, когда там разрешено жилая застройка. Ну, мы уже видели все проектные... Да, они и не скрывались, они в 2015 году. Там то, жилая застройка. То вообще, на самом деле, вот эта система вывода, или по-русски говоря, воровства из города Кирова участка в 4 гектара земли в Парке Победы началась с 2012 года. Вот они медленно и верно шли к этой сделке, которая произошла в 2017 году. Хорошо, вот скажи мне, пожалуйста, то есть ты пока не можешь сказать, там, веришь, не веришь, будет, не будет. Я тебе скажу коротко. Я бы очень хотел, чтобы те люди, которые грабили наш город на протяжении большого периода времени, все-таки были привлечены к какой-то ответственности. Для того, чтобы другим было неповадно. Вот хороший пример, если мы не можем понять, к чему приведут заявления Ильи Шульгина, а судя по тому, что ты говоришь, что вот он сказал по поводу сноса дома у Трифона Монастыря. Да, он точно так же говорил, что... Парк Победы он тоже возмущался, два, но мы пока не понимаем, что будет происходить. Ну вот, пожалуйста, свежий пример, это обращение собственников, владельцев земельных участков, тоже удивительно, как в свое время люди завладели этими земельными участками. В Кочуровском парке на площади Конева, да? Да. Где долгое время существовал рынок. Эти павильончики, которые сейчас, кстати, сносят уже фотографии. Да, я вчера там проезжал и видел, что там реально все убирают. Убирают. Так вот, господа... И мы будем надеяться, что это делают для того, чтобы был все-таки прекрасный парк. Да, Рубцова, Ирина Васильевна Рубцова, это начальник управления градостроительства и архитектуры, она подтвердила журналистам, что владелец участка хотел поменять тип зоны, на которой расположен рынок, что позволило бы владельцу компании «Сытный двор» при будущей застройке избежать разработки документации по планировке территории. И вот это изменение территории подразумевает, что там возможно строительство, в том числе и торговых центров. Ну, я прочитал СМИ, что там уже даже сказали, как будет называться этот торговый центр. Крым-2. Крым-2, да. Структура господина Олега Валенчука.
Да, значит, Рубцова сказала, что разрешение выдано пока не было, но решать это будет Гурдума, я так понимаю, выдавать, не выдавать разрешение на изменение статуса участка. Да, я думаю, что да. Вот, но и раз заявления такие последовали, значит намерение быть действия. Есть. Да, намерение есть. Вот себе представляете памятник нашему маршалу Коневу, за ним Кочеровский парк. Павильоны рыночные убирают, и вот, возможно... На этом месте встает торговый центр. А мы Крым видим, причем боролись же еще за снижение этажности Крыма, да. У филармонии он выше должен был быть. И вот, пожалуйста, вот здесь такая вот тоже история интересная. Свет, ну я скажу, что это будет очередное безумие городских властей. Если они допустят, потому что я вчера как раз был в том микрорайоне, и на самом деле в том микрорайоне большое количество торговых центров. Их просто там перебор. Сколько там кругом? И Глобус, и сейчас построили новый бывший магазин на Конева. Там сейчас он называют, по-моему, как-то, не помню. Только ли в переборе с торговыми центрами у нас вокруг? Нет, ну смотри, никакой необходимости в торговом центре в том микрорайоне нет, потому что их там вполне достаточно. Единственное, что там не хватает, как и всему городу, это парковых зон. Это тех территорий, где можно развивать, как ты любишь слово, урбанизацию, делать именно те места комфортные для прогулки и отдыха горожан. Но ведь владельцев участков, бизнесменов тоже понять можно. Они не под парки покупали в свое время эту территорию, на самом деле, зарабатывали. Они их не покупали, а они взяты в аренду. Значит, и как мне кажется. Здесь владелец участка. Владелец она называла. Ну, значит, уже. Да. Значит, и самое смешное, я вчера буквально прикинул, как будет смотреться этот торговый центр, если, не дай бог, его построят, то стоит у нас памятник маршалу Коневу, стоят красивые елочки, там стоит небольшой танк. И на фоне вот этого всего прекрасного будет стоять торговый центр. Такое ощущение, что как раз маршал Конев как раз и боролся за строительство таких торговых центров по всей стране, и особенно в городе Кирове. То... С патриотичным названием Крым. Крым, ну да. Ну, видимо, как раз и памятник соответствует, что стоит там генерал. Там какой-нибудь парк за ним. Ну, парк там уже есть парк, да. То, конечно, госпожа Рубцова, что бы она ни говорила, она никогда не принимала и никогда не отстаивала интересы именно архитектуры города Кирова. Потому что там давай 10... оставим да, Рубцову, да. То у нас здесь есть снова новый сити-менеджер. То вот снова будет видно его решение и его действия конкретно по этому участку. Там, да? Вот насколько там готов все-таки Илья Шульгин менять развитие города, насколько он готов все-таки прислушиваться к кировчан. Значит, но последнее интервью, которое я прочитал, по-моему, свой кировский, он сказал, что по этому же Парку Победы, что решение будет принимать не он, а губернатор. Как губернатор скажет, так и будет по Парку Победы. То у меня тут вообще вся картинка поменялась, я вообще не понимаю, то есть, кто видимо, руководит городом. И с Коневским парком. И с Коневским парком, да, домом. И с двухэтажным домом. Мы видим сейчас конечного как бы, человека, который принимает решение. Это губернатор Кировской области. Значит, то в данном случае мы сегодня можем сколько угодно обсуждать на все эти темы, но прекрасно понимаем, что как у нас в стране все решения принимает президент, то даже такие решения в городе Кирове, хотя, в принципе, есть ответственные и Илья Шульгин, и Ковалева, и в первую очередь городская дума, и кировчане, то все равно последнее решение за всем принятиями решений по, именно по внешнему виду города будет принимать губернатор Васильев. Что, в принципе, подтвердил господин Шульгин. Ну, не знаю. Вот Илья Вячеславович придет к нам в среду на программу «Урбан». Он здесь проведет целых 2 часа. Отлично. И все эти вопросы мы сможем ему задать в прямом эфире этой программы. Он, как всегда, заявил, что ни от одного вопроса он не отказывается и готов с кем угодно общаться на любые темы. Нет, касающиеся я просто беру городского устройства. Мы сейчас должны выйти на рекламу. Перед ней я тебе зачитаю вопрос, который пришел сейчас, пока мы с тобой разговариваем на сайт. Насколько хватит Шульгина бороться с кировским бардаком? Спрашивает товарищ на сайте у тебя. Насколько есть желание побороться с этим бардаком, и особенно с теми боярами и с теми людьми, которые на протяжении 10-15 лет нашим городом руководят. На твой взгляд, насколько хватит Шульгина? Я думаю, ненадолго. Прерываемся на короткую рекламу. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Дмитрий Русских. И вот все-таки город действительно берет свое. Город свое берет. Вот я буквально еще про бардак там. Да, вот. Всем известная история. Я вот ее буквально сегодня только вспомнил. И специально даже эту вырезку нашел в СМИ. Значит, сегодня проезжаю по улице Карла Маркса. Мною когда-то любимый кафе «Лукоморье», кто помнит, да? В детстве там было мороженое. Да, и кафе «Ветеран».
Вот про этот кафе «Ветеран». Смотрю, на кафе «Ветеране» висит большая вывеска, что продается это помещение площадью 670 квадратных метров. Понятно, что все очень красиво оформлено. Там, как обычно, висит георгиевская ленточка на этой продаже. Вот, знаете, это вообще неуважение просто к ветеранам. И орден славы тут же на этом же баннере. Значит, и все продается. Баннер продается с георгиевской ленточкой. С орденом славы. Да. Ну, видимо, это такое, знаете, вот все вкупе. Вот это такой маскарад. Вот вы покупаете, но мы вас поздравляем с праздником, потому что мы, в принципе, этот праздник у вас, у ветеранов, его практически забрали. Это очень интересно, потому что раньше в кафе «Ветеран» встречались действительно ветераны, причем разных времен да, и просто ветераны войск, вооруженных сил. И вот та же самая история на протяжении последних 3-4 лет. Все советы ветеранов, областной, городской, просили разобраться с этим делом, которое, в общем-то, сегодня поимел. А кто же окончательный результат? У меня товарищ, я попросил его, он позвонил именно по телефону, который был, и для того, чтобы узнать стоимость этого объекта. Да. Значит, цифра оказалась, как обычно, очень прекрасная, особенно было бы хорошо для городского бюджета, но сейчас, видимо, другие люди будут пополнять свои бюджеты. Стоимость этого объекта около 40 миллионов рублей. Я тут же нашел всю историю, то, что писали СМИ про этот объект. Еще раз говорю, это кафе «Ветеран». Всеми уважаемое, всеми любимое, всем, не одним поколением именно тех людей, которые строили наш город, которые развивали наш город, которые делали его красивым, зеленым. Вот в память о том, что они сделали, кафе «Ветеран» оказался, приватизировал опять группа очень близко господину Быкову, бывшему главе города. Значит, вся эта, прямо материалы читаю, манипуляция с этим объектом началась 25 февраля 2011 года. Материалы в каком СМИ ты читаешь? Это я нашел на каком-то сайте, по-моему, сейчас не могу тебе сказать, но это в СМИ было, это много писали про это, да. Значит, владельцем на 80% кафе за сумму 129 тысяч рублей стал председатель городского совета ветеранов, депутат Кировской городской думы, член партии «Единая Россия» Евдокимов В.И. А через 4 года, 19 января 2015 года, оставшиеся 20% за 32 400 рублей приобрел господин Липатников В.Б. С этого момента он стал директором. Липатников В.Б. Да, это другой. Вот надо обязательно. Да, это сказать, другой, что... но это тоже член партии «Единая Россия». Не, Николай Михайлович, даже не думайте, это не он. Значит, что же это получается? Кафе «Ветеран» площадью 720 квадратных метров, с подвалом 535, с пристроенными гаражами и всем необходимым, то, что там было внутри, куплено за 162 тысячи рублей, снова очень уважаемыми людьми из одной и той же фракции, из тех же близких людей Владимиру Васильевичу Быкову. Значит, на тот момент кадастровая стоимость кафе была 27 миллионов рублей. Значит, и вот на сегодняшний момент вся эта сделка прошла никем не замечена. Сегодня там имеются новые собственники, в том числе как бы близкие, еще раз хочу сказать, к руководству города на тот момент. И сегодня и ветеранов уже многих нет. Этого кафе «Ветерана» нет. Но есть люди, которые за 162 тысячи рублей купили, а сегодня продают за 40 миллионов рублей. Это очень похожая история с Парком Победы. Там, похоже на кафе «Ветерана». То мы говорим, что все, что происходило последние там, 10 лет, оно не поддается никаким вообще обсуждениям. Я сейчас нахожусь на сайте городкиров.ру, и я вижу, что как раз в прошлом году, когда в очередной раз продавал кафе «Ветеран», правда, без баннера, но с георгиевскими ленточками. Да, сегодня с георгиевскими он уже есть. С 2013 года кафе «Ветеран» вошло в программу приватизации, и город это пояснил так, что здание очень старое и требует капитального ремонта, а денег на ремонт в городском бюджете нет. Это здание обуза для городского очень бюджета. Очень большая. Это поэтому, как Парк Победы был тоже обуза. Поэтому его, собственно говоря, на приватизацию и выставили, и продали. И продали снова депутатом городской думы. Еще раз хочу сказать, кто купил. Да, я думаю, что просто сделка была сделана через этих людей, но я не думаю, что они являются конечными бенефициарами. А сегодня без всякого ремонта, без реставрации, без всего, этот объект продается за 40 миллионов рублей. Вот вам еще один памятник того отношения вообще городских властей, бывших,
надеюсь, не нынешних, и к ветеранам, и к нашему городу, и к бюджету городскому, про который всегда говорят, что вы держитесь, но денег там вообще практически нет. Да, ну, муниципальная собственность практически свободы не осталось для там, какой-то продажи. Мы его там знаем, что очень много осталось действительно тяжелых объектов, которые требуют очень больших вложений. Остались те объекты, которые сегодня не испытывают никакого к ним интереса, они не идут определенным обременением. Все самое ценное было продано, у меня даже был где-то, как я делал, как депутат, запрос, с 2000, при принятии 159-го закона о приватизации, это был с 2010 по 2017 год, за 7 лет все самое лучшее продано близким организациям, коммерческим структурам и практически за бесценок. Давай все-таки немножко мы поговорим о региональной и федеральной даже повестке. Вот действительно, к сожалению, обсудить что-либо существенное в деятельности правительства за последнюю неделю не представлялось возможным. Там, что-то серьезное, там программа 1 миллион литров молока, которая должна была быть как-то озвучена. Программа. Уже да, весной не создана. Про лес вообще никто рассказывать не хочет. Засекречено. А с ним и так все ясно. Под тремя замками. Порядок не удалось. Да, башностроители разве что рассказывают о том, как они конверсию осуществляют. Хорошо осуществляют, выполняют все планы. Это отлично. Надо сказать. Ну, вот благодаря госзаказу. Вчера я заходила на сайт правительства. Практически вся новостная лента была заполнена такими заголовками. Кировская промышленность обеспечит рост производительности труда по майским указам президента. Для этого в регионе существуют меры господдержки предприятий. Следующая новость. В Кировской области реализуются майские указы президента в сфере культуры. Владимир Путин подписал указ о национальных целях, стратегических задачах. Следующая новость. Это одна за другой идут. Майские указы закрепляют поддержку малого и среднего бизнеса. В Кировской области создают комфортные условия для предпринимательства. Отлично. Ну вот. А ты что, хотела прямо что-то там другое увидеть на сайте правительства? Что-то, когда люди приходят, они другое рассказывают немножко, понимаешь? Но мы же уже с вами об этом говорили, что правда, у нас есть надежда. Новое правительство федеральное. Господин Мутко, который теперь займется всей региональной политикой. Ну, слушай, во-первых, надо сказать, что у нас сохраняется премьер-министр. Хотя многие очень со мной спорили о том, что Медведев не будет премьер-министром, но было всем понятно, по крайней мере, кто интересуется, как развивается наша там экономическая и политическая жизнь, то Дмитрий Анатольевич, он практически навсегда. Да, вот в связке с Владимиром Владимировичем. То в данном случае кто... Нет, Путин навсегда, а Дмитрий Анатольевич при нем. Ну, при нем. Ну, он тоже навсегда, Света. Значит, то в данном случае никаких сомнений, то, что премьер-министром станет там Дмитрий Анатольевич Медведев, не было даже там... У тебя не было ни секунды. Да, и это было видно, да, по полной тишине СМИ, потому что обычно, когда что-то решается, обычно все равно какая-то информация выходит и начинаются там какие-то кандидаты выдвигаться. То в данном случае здесь полная тишина. Значит, и понятно, что назначение господина Мутко вызывает смех не только у депутатов фракции «Единая Россия», там, да, хотя они его поддержат 100%, но у большинства населения, которое реально понимает, что такое господин Мутко. Значит, и тоже все переносится и на уровень там, региональных политики. То в данном изменении, надо смело сказать, что изменений никаких не будет. Все как происходило, оно так и будет происходить. Надо всем прекрасно понимать, что денег нет, но мы должны все держаться. Значит, потому что лозунг он остается еще буквально на 5 лет, потому что Дмитрий Анатольевич всегда об этом говорит. Единственное, что сегодня нас, конечно, сильно спасает, это высокая стоимость нефти. Да, и это, конечно, сегодня главная вообще движущая сила нашей страны. Пока высокая нефть, конечно, все большие испытания у нас будут сдвигаться на более поздний период. Но при этом я хочу сказать, что судя по тому, как выступал Дмитрий Анатольевич Медведев, в ближайшие 2 года нас ждет большая шоковая терапия, именно по, так как всего дается 2 года, так как никаких ближайших выборных циклов здесь не будет, то здесь надо провести громаднейшие реформы, касающиеся пенсионного возраста, касающиеся налогооблагаемой базы и куча всего того, что надо за 2 года нам прошагать для того, чтобы до конца бедные стали бедными еще беднее, а богатые стали еще богаче. Вот вкратце вот такая политика. Это ты вот про федеральную политику говоришь. Региональная, она зеркальна по отношению к федеральной. Да? Только тут денег еще меньше и проблем еще больше. При всем при этом, как мне кажется, что эти проблемы никто пока решать у нас на региональном уровне сильно и не хочет. Новая история появилась на сайте правительства. Вот сейчас я зашла, она вчера вечером появилась. Почему-то она выложена 13 мая 8.51.
Я не помню этой новости, но, может быть, я пропустила что-то. В Малмышском районе сгорела школа. И там детей, вот сейчас нам сообщают на сайте правительства, что 22 ученика и учителя, они уже перевезены в новое здание. Это пустующее муниципальное здание, где они до конца года закончат всю программу учебную. Вот ты знаешь, почему я тебе так говорю? Вот заголовок для учеников сгоревшей Малмышской районе школы подобрали новое помещение. Вот все заголовки, которые есть у нас на сайтах, может быть, я не права, но они всегда вот такие, знаешь, все хорошо, мы рапортуем, все замечательно. Преобразуется учреждение здравоохранения и образования. Света, вот майские указы выполняются. Кировская область приглашает на лесной форум. Света, я не понимаю, что страшно обозначить эту зачем? Проблему? А, говоришь... У нас проблема. Да нет у нас проблем никаких. Общественное обсуждение. Света, у нас нет никаких проблем, все хорошо. Из-за этого никакие реформы, никакие изменения, как про то, что ты спрашиваешь, не будут происходить ни на федеральном, ни региональном, ни на муниципальном уровне. Потому что все хорошо. А куда еще лучше-то? Понимаешь, вот все же счастливы просто, во счастье все живут. То мы сегодня говорим о том, что какая нас ждет там будущее. Нас ждет счастливое и светлое будущее. Хорошо. Потому что в телевизоре это показывают, и наши сайты все, правительства федерального, регионального, об этом говорят, что хорошо. Все прекрасно. Не надо ничего менять. А что менять-то, если и так все хорошо? То в данном случае мы находимся именно в той позиции, в которой мы с тобой находимся. Надо просто наслаждаться началом лета, слава богу. В Кировскую область тоже пришла температура 20 градусов, и это уже хорошо. Понимаешь? И дороги начали вам делать, ребята, на 1,2 млрд. В городе Кирове. Что вы еще хотите? И вы говорите, что все плохо? Нет, все отлично. А то, что там пыль, грязь, школа сгорела. Ну, я тебе историю, если у нас время есть, расскажу. Ты знаешь, что сегодня до сих пор на федеральном уровне не назначен министр образования? Нет. Потому что сегодня министр образования не назначен по одной простой причине. Там в Министерство образования входит институт, и наука, и общеобразовательные школы. Так вот, вся дележка идет, что никто не хочет брать общеобразовательные школы, потому что там денег нет, а проблем выше крыши. Это вот как раз тебе в мамушке. Вот хотят взять науку и институты. Где взять хорошие новости по этому поводу? Хорошие новости? Ну, вот я тебе сказал. Вот, понятно. Все цветет, все пахнет. Дмитрий Русских, его особое мнение сегодня в эфире нашей радиостанции. Микрофон работала Светлана Занько. Всем спасибо, хорошего дня. Хорошего дня. Их надо только найти.